Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире национального телеканала интервью главы Республики Ингушетия Инузбека Евкурова. Здравствуйте, Инузбек Баматгереевич. За последнее время в мире, в России, в Ингушетии произошло немало заметных событий. Мы были бы признательны, если бы вы прокомментировали нам некоторые из них. Начать хотелось бы с предстоящих в следующем году выборов. Владимир Путин не так давно дал, наконец, ответ, будет ли он баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Более того, на своей недавней большой пресс-конференции он подтвердил, что будет выдвигаться самовыдвиженцем на эти выборы. Вы с Владимиром Владимировичем давно знакомы, регулярно с ним по работе встречаетесь, неплохо его знаете. Как вы можете прокомментировать его участие в выборной гонке? Пожалуйста. Добрый вечер. Ассаламу алейкум, Марсель Николаевич. Для нас это приятный момент, для всех жителей страны и республики в частности. Почему? Потому что все последние вот эти десятилетия, те изменения, которые происходят в стране, они, конечно, именно благодаря Владимиру Владимировичу Путину, его команде и его такой колоссальной работоспособности, характеру, воле и, самое главное, любви к родине, к стране. И то, что Владимир Владимирович согласился принять участие в выборах и не пошел по легкому пути, как по партийной линии от партии, а пошел именно как самовыдвиженец, 300 тысяч голосов, это тоже говорит о его вот характере, о его уверенности в завтрашнем дне. Ну и для нас это стабильность на ближайшие 6 лет. Почему? Потому что страна вот сейчас уже страна находится на довольно серьезном подъеме, несмотря на санкции, несмотря на сложности, которые у нас есть. И мы можем прогнозировать дальнейшие свои действия. Понятно, и через 6 лет останется команда, останутся люди. Почему? Потому что подготовлены довольно серьезные кадры сегодня для того, чтобы можно было бы страной управлять. Потому что на сегодняшний день точно только один человек, это Владимир Путин, который может дозавершить, хотя нет такого понятия в государственном устройстве завершение дела, да, оно постоянно, это процесс, но дозавершить те масштабы, которые сегодня происходят в нашей стране. Если возвращаться к пресс-конференции Владимира Владимировича, Путин сказал, что Запад сейчас регулярно пытается повлиять на внутрироссийскую политическую повестку дня. Вы согласны с тем, что западные страны нет-нет да пытаются российскую лодку раскачать? Ну, если Запад, и в частности Соединенные Штаты Америки, упорно утверждают, что Трамп стал президентом США благодаря Российской Федерации, нашему вмешательству, то почему мы должны отрицать участие или попытки участия в предвыборных или выборных вещах в нашей стране? Конечно, это было, есть и будут всегда. И они будут качать ситуацию, они уже это делают, и раньше это делали. И те же действия по отношению к нашим спортсменам по Олимпиаде, попытки сорвать чемпионат мира по футболу. Это же все как раз именно предвыборные вещи. Почему? Потому что им так кажется, что чем вот больше они это будут делать, тем больше народ будет недоволен. Они одну вещь не понимают там нашей истории, что чем больше нас начинает со всех сторон давить, тем больше мы сплачиваемся вокруг своего лидера в том числе. Поэтому, конечно, они будут пытаться, они это и делают открыто, даже не особо прячась от этого или не особо скрываясь. Публично деньги выделяют через канал. Да, они серьезную работу проводят, поэтому нам надо быть к этому готовым. Все. Не надо здесь удивляться или там огорчаться от того, что они вмешиваются. Перейдем к нашим внутрироссийским делам. На той же пресс-конференции Владимир Владимирович, по сути, озвучил целый пакет инициатив по демографической политике. Ну вот, начиная с долгожданных, наверное, ежемесячных выплат за первого ребенка. Как вы относитесь к этой инициативе? Это хорошая практика. Это, во-первых, все-таки в нашей ситуации по республике, конечно, мы независимо от есть поддержка, нет поддержки. Слава Всевышнему, женщины рожают, и с этим у нас в порядке все. Но, тем не менее, конечно, это колоссальная помощь для молодой семьи, для мамы. Тот же ребенок, который рождается, он получает эти средства месяц, там, почти 10 тысяч, а где-то более 10 тысяч. Знаешь, это такая хорошая помощь.
Плюс за второго ребенка тоже родитель может уже с материнского капитала целевым назначением уже такие же деньги себе снимать вместе. То есть это хорошая помощь, существенная помощь для семьи. Поэтому, конечно, мы поддержим, особенно поддерживать это те молодые ребята, которые будут там планировать свою семью. И это тоже их толкнет на определенный шаг для того, чтобы все-таки жениться и родить первого ребенка. Но они увереннее будут себя чувствовать, наверное. Ну, во-первых, уверенно, во-вторых, это все-таки это... Ну, об этом надо вообще спрашивать молодую маму, которая больше в этом понимает. Это довольно существенная помощь, особенно для таких регионов, как мы, или отдаленных от Москвы регионов. Последние недели две были у вас богаты на встречи с федеральными чиновниками, вот первой линии. Александр Хлопонин, вице-премьер, по итогам визита в Ингушетию признался, что вот с последнего его приезда очень сильно изменилась республика. А какие еще выводы были сделаны по итогам вот его встречи? Ну, Александр Геннадьевич не только там похвалил, он и замечания делал, в том числе то, что мы не смогли в прошлом году вовремя в срок сдать ряд объектов. Тому были причины, но тем не менее Александр Геннадьевич высказал тоже по этому поводу свои замечания. Но мне было приятно, что Александр Геннадьевич, он с первого дня, как он стал полпредом и последующим всегда помогал и продолжает нам сегодня помогать в республике, что он оценил нашу работу, увидел то, что уже сделано, с учетом его там какого-то периода отсутствия в республике. И плюс мы обсудили с ним вопросы, в том числе и решение ряда социальных и других проблем, хотя этим блоком занимается Ольга Юрьевна Голодец, но все равно он со своей стороны обещал оказать содействие, помощь. Ну и плюс по вопросам, связанным с экологией, с мусороперерабатывающими предприятиями, в том числе Александр Геннадьевич со своей стороны обещал оказать нам содействие, помощь. Ну, от него всегда была помощь, и я уверен, что и дальше такая помощь будет. Но самое главное, что он был приятно удивлен тем, что мы многого добились за эти годы. А оно у него было на глазах там. И то, что было, он помнит, и то, что сейчас стало, тем более он это видит уже воочию. Ну, большой видится на расстоянии, а он тем более знал детали. Вот, ну, большом, да. Ну, обычно приятнее. Сейчас, которые чиновники приезжают, которые первый раз в республику, они этого не видят. Они, им кажется, что так должно быть. А те, кто был здесь там 6, 7, 8 лет назад, 10 лет назад, тем более, конечно, они удивлены. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев приезжал посмотреть на новый оптово-распределительный центр. Получается, не так много таких оптово-распределительных центров, как вот был построен в саде-гиганте в России, коли лично министр Российской Федерации приезжал. Нет, мы его приглашали. Должен был прилететь вице-премьер Дворкович. Ну, по причине того, что в это время, когда проводилось совещание, вот Дмитрий Анатольевич прилетел, именно Александр Николаевич. Мы открыли первый этап ОРЦ, и я должен сказать, сегодня он один из лучших в стране. И это подтверждают все специалисты в том числе. Поэтому мы до конца следующего года откроем второй этап ОРЦ, и к 2020 году у нас будет довольно серьезный уже объем и товаров, и собственных доходов именно благодаря саду «Гигант». А мы благодаря саду «Гигант» сегодня развиваем в том числе и теплицы. Их уже строит другой предприниматель, но тем не менее, это, я думаю, что к концу следующего года у нас будет уже 30 гектаров теплиц. Своя переработка, то есть мы закольцовываем вот это направление, только выращиваем, но и перерабатываем, и поставляем, и продаем. То есть целый комплекс, целый цикл. Ну и самое главное, что есть хранение. Уже сегодня в ОРЦ хранится продукция соседних регионов в том числе. Это хорошо, это тоже хороший там заработок тем, кто этот ОРЦ держит. Самое главное, что мы на правильном пути. И сразу хочу сказать, что помимо фруктового направления, мы, как я уже говорил, там тепличное сейчас делаем. Делаем упор на овощную культуру, в том числе будем делать того, на овощную культуру. И будем делать сейчас упор больше на кукурузу в том числе. То есть мы выделяем сейчас то, что сегодня может быть там рентабельно, прибыльно для республики. Но в классическом варианте мы с министром сельского хозяйства об этом разговаривали, и, кстати, с Александром Геннадьевичем Хлопониным тоже говорили об этом. В классическом варианте, конечно, нам бы вот так реперными местами где-то
до 5-6 тысяч гектаров садов сделать и этим заниматься. Я думаю, что вот это была бы хорошая экономика для республики, большое количество рабочих мест, хорошие доходы. Это было бы таким, ну и брендом республики. Ну, для этого, конечно, нужно государственное вложение. Почему? Потому что таких, как Билан Хамчим, мы не найдем инвесторов, которые могли бы поднять такую махину. 5-6 тысяч гектаров – это очень много. Это вот для республики это было бы существенно. Сейчас сколько? 600 чем-то? Ну, смотрите, Польша в свое время 80% яблок товарного нам поставляла Польша. Она только и занималась этим. Да, и это огромное количество рабочих мест и огромная там сумма денег, дохода в бюджет польской экономики. А сейчас поэтому, свободно. Поэтому мы, если бы этим занялись, конечно, это хорошая прибыль для, в том числе, тружеников в этом направлении. Кстати, мы же не просто оптовый распределительный центр делаем, а изучив опыт Италии, мы делаем кооперацию. Уже свои саженцы есть. У сады гиганта, они уже вырастили свои саженцы. Со следующего года эти саженцы будут там распределяться, в том числе жителям. И мы будем смотреть, кто может, кто в состоянии помогать. И, ну, смотрите, с одного дерева где-то 40-60 килограмм, а то и 80 килограмм яблок. С одного гектара это где-то, я не помню, там, сколько это тонн яблок, да? И даже вот в огородном варианте, не знаю, как там получится, но уж точно там у нас есть много жителей, у которых есть там земли, там 1 гектар, там 500, там, ну, по-разному есть. И я, когда был в Италии, я видел, там очень мало тех, у кого больше 10 гектаров земли. 2, 3, 4, 5 гектаров, и они на этом живут. Имеют жилье, имеют машины, имеют все, они зарабатывают на этом. И вот эта кооперация, она такая, что им не надо самим беспокоиться за... У них земля, а вот агроном от сада гигант, который будет отслеживать там. Их задача собрать яблоки, приедут, яблоки заберут, или они сами привезут, сдадут там. То есть все вот за них делает там сад гигант. Главное им ухаживать за и вырастить этот труд свой. Поэтому я думаю, что если мы здесь в следующем году хотя бы там человек 100 сейчас найдем, который займется именно такой кооперацией, за ними потянется много людей. И можно в частном подворье, в том числе, выращивать яблоки и сдавать эти яблоки. Это одна тема. Вторая тема – то, что сейчас сад «Гигант» планирует поставить переработку второго, третьего, четвертого сорта яблок. То есть мы уже можем старое прошлое вернуть назад и, во-первых, не только из домашних садов яблоки сдавать туда, зарабатывать, но и дичку сдавать туда. Тоже вот этот процесс у нас идет. Я думаю, что должно получиться у нас хорошо в этом деле. То есть добавочную стоимость будем получать. Да. Хорошо. Вернемся к образованию. Вот с Козаком и Васильевой вы обсуждали финансирование школ. Понятно, мы строим много школ тут в прошлом году, получается. Вот за последний год 20. Новых еще продолжается, их надо как-то содержать, финансировать. А также обсуждали участие республики в федеральной программе «Школа-2025». А что имеется в виду? Ну, вот те же программы, которые сейчас работают, участие нашей республики, в том числе, а, строить школы так, чтобы не допустить снова трехсменки, б, как Дмитрий Николаевич Козак и Ольга Юрьевна, и Голодец, и Васильева говорят об этом, чтобы минимизировать все-таки двухсменки. И Александр Геннадьевич, кстати, тоже об этом говорил. Ну и, конечно, там, где у нас нехватка школ, просто заполнить вот этот пробел в селах, там, где есть реальная нехватка школ. Ну, буквально школы открывают, с Лапуниным очередной открыли. Сейчас вот, по-моему, должна вот-вот открыться. В Назрановском районе еще одна школа, если не ошибаюсь. Процесс идет, да? Да, процесс идет. И мы буквально, вот я очень долго по этой школе бился, в оползновой зоне 110 гектаров. И она уже сейчас, школа готова. Единственное, там у нас в проекте не было мебели. Сейчас мы нашли возможность там 500 комплектов мебели доставили. Но, тем не менее, работа сейчас там идет. И я думаю, что после Нового года детишки уже... Мы их возили всех туда вверх, в оползновую зону. Это довольно сильная нагрузка для родителей. И я максимально на этом направлении мы сейчас работаем. Я думаю, что после Нового года, после каникул, дети уже придут в новую школу.
Мы ее будем 21 числа не открывать, а посещать. Проверять будем, в том числе и полпред хочет посмотреть сам школу и саму территорию. А после Нового года мы ее откроем и сделаем так, чтобы дети уже... Ну, главное, чтобы и детям, и родителям было комфортно, удобно. Почему? Потому что они же здесь живут, а детей вынуждены возить туда такое расстояние. А что вы обсуждали до встречи с ректором финансового университета при президенте России? Ну, во-первых, мы проговорили, как учатся наши студенты. Я в ближайшее время, когда после Нового года буду, я обязательно заеду, соберу наших студентов. У ректора очень хорошая программа. И я уже дал поручение министру образования, вице-премьеру, чтобы у них такая же программа была, чтобы они владели ситуацией. Ну, кстати, тоже отсутствие контроля за учебой наших студентов. Почему? Потому что я там сейчас фамилии не буду называть, там ректор нажимает, там и ряд там студентов, ну, не учатся, не понимают, что они, тем более это финансовый университет. И да, в любом высшем учебном заведении надо учиться. Там много пропусков, много двоек. И надо разбираться, оказывается, никто не разбирается. И оттуда сигнала сюда нет, что не учатся. Ну и отсюда тоже нет запроса, как учатся, контроля нет. Поэтому мы этот вопрос обсудили. Второе, мы обсудили вопрос по курсам переподготовки наших финансистов посредством не отправки туда, а уже или дистанционно это сделать, или же направить сюда специалистов для того, чтобы месяц-два здесь там периодически там приезжать, чтобы специалисты с академии приезжали и учили бы наших финансистов. Это тоже важная тема. На днях в Москве мы встречались с ингушской общиной, так если не ошибаюсь, главная тема, лейтмотив встречи – 25-летие республики. Мы в 2012 году, в 20-летие республики, пытались такое же сделать, но постпред не особенно там постарался делать, но получилось у нас как бы криво, так будем говорить. Но мы решили все-таки 25 лет республики как-то такую встречу сделать. Сейчас это выросло в предложении сделать его ежегодной встречей. Я думаю, что это хорошая там практика. И задача была просто собрать людей. Мы пригласительные направили там, ну, всем бывшим руководителям, там, и не только главам республики, но и министрам, руководителям республики. Кто смог, тот пришел. Кто-то по уважительной причине там отсутствовал. Но самое главное, мы просили прийти с семьями, чтобы и женщины могли отдохнуть, и особенно молодежь. Ну, мне кажется, что получилось хорошо, если единственное там, что программа культурная, она, мне кажется, должна была быть, может, там чуть-чуть расширеннее, хотя там и времени на это не было. Самое главное, что собрались люди, полный там зал, и, ну, понятно, что уже там и сидячих мест не хватало, и надо в следующем году снимать побольше зал. Но это хорошая практика, и она, во-первых, не бюджетная тема, ну, во-вторых, она тема, которая там... Ну, какие-то образы сближают людей. Ну, по крайней мере, люди между собой встречаются, общаются, разговаривают. Там молодые люди там друг на друга смотрят, там знакомятся. Женщины, в конце концов, собираются тоже там. Немаловажно, то они постоянно дома сидят там. Ну, пусть соберутся тоже там, посплетничают, пообсуждают там. То есть, мне кажется, хорошая практика. Я поддержал эту идею, и пусть она будет ежегодной, такая встреча. Ну, понятно, что все такие встречи – дорога с двухсторонним движением. А что вы вынесли для себя, что вы услышали от земляков? Понятно, что мне, как главе республики, сидеть, слушать, какие мы все хорошие, как все гладко идет – это одно. Ну, другое, чего удивляться, мы же не слепые, когда происходят такие изменения колоссальные. Тем более, знаете, если мы здесь, которые внутри живем в республике, это не особо видим там или не хотим видеть, то... Те, которые живут в Москве или в других регионах страны, которые раз в год приезжают домой, там, тем более, которые в Европе там, или в Казахстане, конечно, они видят это изменение. И мне приятно тоже, с одной стороны, что они искренне радуются и благодарят за то, что мы все-таки сделали огромную работу в этом плане. Ну, а с другой стороны, может, и неудобно где-то, что там. Я тоже там стараюсь всегда говорить, давайте мы... Политики не будем обсуждать здесь, кто хорошо, кто плохо, не будем обсуждать, а просто будем давать отдыхать. Но, тем не менее, каждый имеет право сказать, поэтому каждый высказывал. Там, тот же там, не хочет там упоминать, там все знают, кто это такой товарищ, там, который вышел, но почему-то сказал про то, что ну, здесь нужно было обсуждать вопрос по пригородному району. Да. Может, с одной стороны, не надо было ему там отвечать,
Ну, это тоже был такой вызов, что ли, всем. Типа, что вы здесь сидите, отдыхаете, а я вот один только думаю о районе, да? Ну, это тоже неправильно. Почему? Потому что, во-первых, надо понимать, куда мы пришли, с какой целью пришли и для чего мы пришли. Тогда, если мы начинаем там обсуждать пригородный район, тогда мы не танцуем, не веселимся, а просто сидим, обсуждаем. Да, зачем мы молодежь пригласили, женщин пригласили, ну, зачем вообще собрались тогда? Другой вопрос, для этого есть другие площадки. Этот товарищ мог спокойно этот вопрос обсудить и на 25-летие трагедии 92-го года. Его там почему-то не было ни до организации, ни во время организации. Почему именно здесь? Хотя до этого он очень часто приходит, и сейчас, наверное, ходит там постпредство, я его часто видел. То есть он садится со мной за стол, пол вечера сидит там, радуется, смотрит все, а потом раз ему там стукнуло в голову, а давайте все-таки район обсудим. Ну, мне кажется, вот взрослые люди так не должны поступать, и надо соизмерять, где мы находимся. И, ну и уж главное, конечно, не надо выставлять всех дураками в плане того, что только я один думаю. Ну и плюс, мне, я всегда уже говорил, одно дело, когда человек, который не был у власти, рассуждает, не понимая, что это такое. А такой человек, который был вице-премьером в первом правительстве республики, уже там самый тот момент, когда нужно было бы этим заниматься. И я не говорю, там, не упрекаю, что почему тогда не сделать. Тогда тоже невозможно было это сделать. Ну, такие люди не имеют морального права сегодня говорить своим же там предшественникам, говорить о том, что почему вы этого не делаете. Это абсурдно, невозможно этого. Но такие вещи нельзя понимать. Поэтому, конечно, я тоже там политкорректно этому человеку ответил, но люди поняли, да. Ну, вот это как раз есть та тема, когда мне больше неудобно перед молодежью. Перед девчатами, перед пацанами, когда вот мы взрослые люди начинаем вот об этом говорить там, где это не нужно говорить. Поэтому я советую всем, кто пытается, если это провокация была, то пусть на его совести. Если это чисто зов души, то это все простительно, ничего страшного, даже если там сказал. Поэтому я там душу его не могу рассказать и утвердительно сказать, провокация – это не провокация. Но тем не менее, сказал и сказал, забыли. Но уж точно для всех хочу сказать, что везде есть площадки. Пожалуйста, там, давайте обсуждать, давайте рабочие предложения. Как мы видим, и таким, как вот тот товарищ, который выступил, ну, в первую очередь, самим надо вернуться к себе домой, заселиться в свои дома, ну и хотя бы помочь там однотейповцам деньгами, средствами, чтобы те, кто может вернуться, чтобы вернуться домой. То, что мы тоже сегодня стараемся делать, помочь. В бюджете средств нет, хотя бы не бюджетными средствами помочь. Вот это есть как раз та тема, когда люди могли бы помогать вернуться домой и обустраиваться. Владимир Владимирович Путин недавно дал отмашку на вывод российских военных из Сирии в связи с достигнутыми целями военной операции. Вы, как гвардии генерал-майор ГРУ Генштаба Российской Федерации, как оцениваете сирийскую кампанию, ее ход и ее результаты? В классическом смысле мы помним Афганистан, 13 лет. Сравнение. Да. И практически, а там маджахедов, так называемых в то время, было на порядок меньше, чем, и вооружены были на порядок хуже, чем так называемые игиловцы в Сирии. И наши, и контингента вооруженных сил, как в Афганистане, у нас в Сирии тоже не было. Поэтому в Афганистане было больше. Но здесь в совокупности наша колоссальная поддержка, особенно воздушно-космических сил, разведслужб. Почему? Потому что информация о противнике – это было наиважнейшее. И подъем морального духа армии Сирии. Все-таки армия начала уже воевать. Вот в комплексе, значит, задача была выполнена. И все крупные группировки, банд-группировки были уничтожены, разгромлены. И в конечном итоге необходимость наличия там, в том числе такой группировки сил и средств, отпала. Часть она выводится, часть остается, естественно, там, которая будет там обеспечивать. Да. Ну и я думаю, что будет усиливаться на теперь уже
более оперативно будет усиливаться службы, уже спецслужбы, которые будут там уже точечно работать с Бантополем. Оно может даже посложнее, чем первая фаза операции. Почему? Потому что оно все-таки скрытый враг, он опаснее, чем открытый враг. Задача, конечно, выполнена успешно. И в первую очередь, я как верующий человек, как мусульманин, всегда это говорю, что вот те, кто себя там представлял там, в халифате, те, кто в том числе от нас туда поехали, мы их тоже большинство знаем, это враги народа, враги религии. Они с криком «Аллах Акбар» просто ужасные, чудовищные вещи, совершенно не соответствующие там Корану, там вообще самому, любой религии, тем более религии ислам, человеческим понятиям. И вот это вот именно уничтожение вот этой группировки, основной частью группировок, международных террористических группировок, это, конечно, большая помощь, в первую очередь, нашей религии. Ее просто очистили от этой грязи, хотя она и не должна была, и не прилипала к нам. Они себя представляли, что они в религии, а на самом деле они были заблудшие, и от них очистили. Надеюсь, что оставшиеся, если они и остались, там, поймут об этом и каким-то образом перестанут там уже противопоставлять себя. Но самое главное, я бы хотел наблюдать за этим, чтобы поняли наши, доморошенные здесь уже, что, как мы говорим, последнее, крайнее, ну, хочется, чтобы это было последнее там, нападение на пост там, в Карабулаке, в Яндере, чтобы они в конце концов поняли, что нельзя этого делать, что никто не мешает там соблюдать все каноны ислама, пожалуйста, живите. Но не надо с оружием в руках идти против власти, чего-то добиваться по указке кого-то со стороны. Поэтому я доволен целым вот масштабом таким, который придумал, авторитетом России в этом направлении. Вы тоже должны согласиться, что коалиция во главе США она задачу не выполнила. А мы малыми силами, у нас не было такой мощной коалиции, мы задачу выполнили. И самое главное, мы там нашли союзников. Ведь и Ирана, и Турции, ну и самой сирийской армии. И тех оппозиционных сил, которые были настроены против Башара Асада, но по ходу уже там, это, они уже тоже понимают, что это путь никуда. Поэтому, ну и плюс, мы наработали довольно серьезный опыт в борьбе с международными террористическими организациями. Особенно наши летчики, разведчики, вообще все наработали очень серьезный опыт в этой войне. Продолжая тему, сегодня в новостях прозвучало две очень интересные фразы. Владимир Владимирович сказал, что России не все равно, куда недобитые игиловцы будут разбегаться из Сирии. Это, кстати, в самом начале выдвигалось одной из главных целей компании – не допустить, чтобы они потом, обучившись, набравшись опыта, вернулись. И руководитель ФСБ сказал, что бандподполье на Северном Кавказе в целом, ну, по сути, ликвидировано. Как вы оцениваете вот в Ингушетии сейчас ситуацию в борьбе с бандподпольем? Да, то, что недобитые группировки. Во-первых, надо понимать, что ряд группировок, они, оно, в принципе, ничего здесь нет тайного. Они создавались под гидой спецслужб некоторых стран. И они, конечно, их и под зону ударов и выводили. И для нас не безразлично, если они обоснуются в Афганистане, к примеру, и оттуда попытаются, как это бывало не раз, там пойти на Таджикистан, да? И нам это не безразлично. Когда Владимир Владимирович правильно говорит, нам не безразлично, куда бы они ни пошли, они все равно несут зло. Это одна тема. Вторая тема по бандподполью. Да, я согласен с Алексеем Васильевичем Бортниковым, что у нас, в том числе, в частности, в Ингушетии, нету уже... Мы же говорили об этом, когда тоже хочется надеяться, что это последняя банда была уничтожена в Малгобеке. И Салтыкиева, так называемая. Это была последняя более-менее организованная бандгруппа. Остальные, вот то, что было сейчас непосредственно в Карабулаке, в Яндере, это чисто спящие ячейки, которые вот вроде живут среди нас, общаются, ходят там, вводит всех в заблуждение. И после того, как такие люди совершают что-то, многие бывают недоумения. А как он это сделал? Он вчера рядом со мной сидел. Вообще другие планы были. То есть вот такие люди. Ну, поэтому они и у нас остались. Вот задержанные после вот этих событий, они дают показания. И дают расклад. И я думаю, что
в ближайшее время еще будет там ряд задержаний именно по этой цепочке. Но вот то, что буквально на днях происходило там в Карачаево-Черкесии, там пятерых уничтожили. Из этих пятерых только один местный, остальные пришлые. А главарь банды с Таджикистана. Вот сказал, я тоже здесь всегда говорил, там, ну что не имется нашему там доморощенному там пацану, который там идет кому-то как шестерка служить. Дом ему дает, жилье дает, кровь дает, и чтобы его приказы выполнять, там, как типа Саида Бурятского или еще кого-то, убивать своих граждан, да? Вот он вообще есть у него что-то в душе, у него есть вообще что-то человеческое там или мужское, или вот, вот зачем ему нужно было везти туда и выполнять его команды, готовить теракты, убивая своих же граждан, с которым вчера учился в школе, там, ходил по улице, ну, то есть, как бы, вот, несоизмеримая вещь. Поэтому, да, у нас нет, но, тем не менее, мы не снижаем деятельности, а наоборот, наращиваем деятельность для того, чтобы у нас все-таки не появлялись вот эти бандгруппы. Хорошо. Скандал вокруг программы Comedy Woman на канале ТНТ получил очень широкую огласку. Если я не ошибаюсь, вы почти сразу узнали об этом инциденте, очень оперативно отреагировали, да? Но я хочу еще раз всем объяснить. У каждого есть свои эмоции, у каждого есть свое понимание, как решить вопрос. У каждого есть, у каждого голову не ложь. Я просто хочу для жителей сказать, ну, дорогие жители, дорогие земляки, не надо думать, что мы здесь все сидим, картошку чистим, ничего не делаем. И только кто-то там беспокоится о том, что сказали там. Не надо думать, что кто-то должен бежать, кого-то там должен ставить на колени, там, чтобы кто-то извинялся, не извинялся. Есть факт, по факту разбираются. Тот, кто свободен от должности и от обязанности, ему легче всего. Он тот же в интернет там гавкнул, типа, давайте. И ему кажется, что все так же должно пойти. Отметился. Отметился, да. А есть те, которые, а большинство, конечно, понятно, что искренне это восприняли как оскорбление. Понятное дело. В этом ничего удивительного нет. Но просто надо просто ждать там. Единственное, что была ошибка, то, что я постпреду сказал. И на будущее, я думаю, что мы учитывать, ну, главное, чтобы такого больше не было, но все равно. Тут же секунду надо было на сайте это услышать у себя, что мы эту ситуацию услышали, взяли на контроль, никому не надо там огульных там вещей там в интернете, а ждите, вот здесь ждите, в течение часа-двух часов будет информация. Этого не было сделано, поэтому, конечно, люди подумали, что никто ничего не делает. А работа, она пошла с первой же секунды, как только об этом стало известно. Я вам скажу, что буквально там в течение получаса сами уже работники ТНТ уже среагировали на это, поняв, что это ошибка. И с первой же минуты они были на контакте. Никто из них не говорил, что это наше право, там, право голоса. Там. Нет, конечно. Они понимали, что это не совсем хорошая тема. Тут же приняли все меры, чтобы и у себя выложить, и убрать, и все остальное. И, ну, а даже и там дальше есть там комментаторы, которые пытаются там, давайте на танках пойдем, давайте еще что-то сделаем. Ну, все-таки надо понимать, есть предел всему. Есть предел всему. Мне это важно было, что специально сделано, не специально. Когда мы понимаем, что это не специально сделано, ну, для нас достаточно там обычного изменения, там, не публичного, там, и понятно все. Ну, кому-то хотелось больше, но сказали больше. Ну, и на этом тему закрыли. Поэтому, мне кажется, там тема уже закрыта, если не считать там, что были написаны письма там из парламента, там, и оттуда там письма были написаны на эмоциях. Ну, по ним разберутся, по письмам, ответят там. Когда мы говорили об образовании, вы упомянули школу, которая строится вот в районе 110 гектаров в Малгобеке. Вы там недавно были и поручили организовать администрацию, куда местные жители могли бы приходить с вопросами и проблемами. А получается, существующий Малгобекский муниципалитет не справляется или почему? Нет, мы решили сейчас, я буквально вчера подписал распоряжение о создании временных администраций в 4 микрорайонах. Это 110 гектаров, это Яндерин, новый поселок. Квартирные дома многоэтажные, это 105-й массив, юбилейный в Назрании, и 18-этажные дома. Там будет там временная администрация. Если в двух местах это мои помощники советники, то в других местах там будет в ранге замглавы администрации того района или города.
Для чего это нужно? Все-таки это целые поселки, многоэтажные дома, это лифтовое оборудование, это мусоросборники, это стоянки. Ну и плюс, вот, когда вот таких ключи отдаешь, документы отдаешь, жильцы не пытаются заселяться, они сдают эти квартиры, они не хотят там платить за газ, за свет, за воду, за капитальный ремонт, за другие вещи, которые должны быть в управляющей компании там прописаны. И мы, конечно, сейчас там по адресу с каждым работаем. Кстати, я хочу предупредить тех, кто в 105-м массиве не заселяется. Буквально я там дал время месяц. Те люди, которые не появятся за документами, за квартирами, там требование такое. Все подписывают договор с ресурсоснабжающим организацией, с газовиками, с энергетиками, с управляющей компанией. Если вы этого не сделаете, я предупреждаю, все это жилье, я должен, кстати, завтра, если не получится, там на днях буду проводить встречу с теми, кто остался там, как считается, за бортом, в кавычках. Мы там будем разбираться, те, которые претендуют на жилье, но в списках их не было. То мы это жилье будем перераспределять. Поэтому я довольно серьезно об этом говорю. Не шутите с этим делом. И все, кто был в списках, кто должен получить жилье, идите быстрее туда, в управляющую компанию, оформляйте документы, делайте. Не ждите, пока мы у вас это все заберем обратно. Почему? Потому что нельзя так относиться к бюджетным средствам и такому подарку государству, который вам сделали. То все бегали, мы 20 лет там без крова, без крыши. Теперь все это нате вам. И не особо стараются идти. Ждут, пока оттуда управляющая компания все сеет, потом завести кого угодно, не согласовываясь с администрацией, с участковым, заселить в квартирах кого угодно и на этом зарабатывать, даже не платить за коммунальные услуги и не содержать там в порядке. Ну и плюс там надо понимать, что все-таки на начальном этапе, в течение полугода, надо людей приучить к культуре поведения, жизни. Там постоянно должны быть люди контролирующие. Даже по тем же машинам, которые не должны во дворы заезжать, да, мы там стоянку делаем, это делаем. По тем же социальным объектам, которые там должны быть. Мы сейчас в этом году завершаем школу и садик там. Это, ну, в шаговой доступности все будет у людей. На первых этажах там и магазины, и бутики, и другие вещи там. Ну, все в условиях создано будет, там городок очень красивый. Ну и в Яндере тоже. Ну и не допускать, мы сейчас в Яндере комиссию отдельно делаем. Я предупреждаю всех жителей, там, кто в Яндере там дома получил, балконы прирастили, все будет убираться. Здесь не просто убираться, а еще возбуждаться дела и штрафоваться будет. Почему? Потому что нельзя допускать изменения облика дома. Нельзя этого делать. Вот у нас привычка постоянно заселился, тут же начинать там клепать по-своему балкон, по-своему все стремиться делать. Так нельзя делать. Поэтому тоже мы там будем работать. Чтобы этого не было, мы решили вот эти администрации временно сделать, чтобы, по крайней мере, быть спокойным, уверенным. Ну и для жильцов, чтобы было спокойно, уверенно, что есть к кому обратиться, там будет развернут именно штаб, место в этом дворе, конкретно там, на первом этаже помещение. Там же мы хотим сейчас поселковое отделение полиции тоже сделать, так, чтобы удобнее было людям, куда обращаться. То есть все в шаговой доступности для людей хотим делать. И о спорте. Ну, не секрет уже. МОК отстранил российскую сборную от зимней Олимпиады в Южной Корее только под нейтральным флагом, только нейтральная символика. Ну, как и ожидалось, общество разделилось на две части. Одни говорят бойкотировать Олимпиаду, другие говорят нет, ехать и участвовать, неважно под каким флагом. А какая позиция ближе вам? Ну, право каждого, да? Если мы говорим там бойкотировать, ну, хорошо. Это один из вариантов, тоже имеет место быть, потому что мы видим, как несправедливо это все делается. Вызывающе несправедливо. Вызывающе делается, и оскорбляюще делается. И меня, например, это все толкает на мысль, что это делается для того, чтобы мы отказались, чтобы не выступили. Каждый должен понимать, что не выступление сегодня – это, ну, цикл подготовки к Олимпиаде, участие и так далее. Он проваливается как минимум на 4 года. Это раз. Второе, каждый должен понимать, что есть спортсмены, для которых Олимпиада последняя по возрасту, там еще, а есть для которых первая.
Они люди готовились. Надо понимать спортсмена, который всю жизнь к этому шел. Это его высший пьедестал, если он там в олимпийской сборной или там по олимпийским видам занимается. Да, если бы была бы установка государства, не едем, и кто-то поехал бы, я бы тоже воспринимал его как предателя. Почему? Потому что, как бы он ни хотел, все-таки интересы Родины должны быть превыше всего, а не его и не лишний интерес. Но если начальник уже там в лице там, Владимира Путина уже дал свою установку и сказал право каждого, и давайте не будем мешать, это да, раз. И второе, на фоне этого решения не каждый принимал, там, говорил в одиночке, я поеду, а вы как хотите. Федерации зимних видов спорта собирались и определялись, и принимали, и говорят, мы едем. То есть не один человек там принимал, а сами федерации. И Олимпийский комитет России, в лице там, в том числе руководителя, тоже приняли решение, согласились с этим. То есть мы не толкаем ребят там на предательство, типа не едем, а кто-то пошел там все-таки поехал. А мы дали им установку, и надо считать сегодня, что они выполняют государственную задачу. В самых сложных условиях выполняют государственную задачу, установку президента, установку народа. Они должны ехать, они должны выступать. Да, понятно, обидно, не под флагом, не в форме, без гимна. Там, без флага. Понятно. А мы для чего здесь находимся? Давайте здесь и будем. Я поэтому и сказал. Мы здесь будем их поддерживать всячески. Они вернутся к нам. Они медали привезут к нам. Это все наше. Это наша копилка. Но мы уж тоже не пошли на поводу у тех, кто не хотел нас вообще там видеть. Посмотрите, как они придумали по Сочинской олимпиаде. Всех, кто более-менее у нас там выступал, первый, второй, третий месяц, всех выбили. Под якобы под допингом. При этом также мы видим известных там биатлонистов, лыжников, лыжниц, которые глотают эти таблетки запрещенные с разрешения того же МОК. Та же норвежская сборная. Ну не только норвежская сборная, вообще с разрешения того же МОК. У них справки. Да, у них справки, да, вот, но где логика? Нет, конечно, ее нигде. И тоже надо, обидно здесь другое. Обидно то, что спорт превратилась не просто в политику, а в грязную политику. Вот это плохо. Потому что всегда было так. Во время Олимпиады все войны останавливались. Так было заложено. И Олимпиада была заложена. Там, о, спорт и мир. И вот Олимпиада, все войны останавливались. И каким-то образом Олимпиада влияла на мир. А вот теперь политика влезла в... В том числе и футбол, в том числе. Вообще спорт лезла политика, грязная политика. И, конечно, нам надо попытаться в этом вопросе не уходить там, сбрыкнув, а наоборот, там, вести себя более достойно и достойно выступить. Всем смертями на зло идти и выступать, и побеждать. А если даже не победим, понятно, что там первых лиц у нас там выбивают. И понимать, что и там будет провокация в ходе соревнований. Вернемся к ингушскому спорту. Ингушетия недавно приняла грандиозный турнир по боксу. Раньше турниры такого уровня мы проводили, ну, по борьбе, да, по смешанным единоборствам. Теперь бокс. А как вы оцениваете вот именно вечер героев бокса, его проведение, уровень участников? Не, уровень хороший, участники хорошие, организация хорошая. И, в принципе, ничего удивительного нет. Почему? Потому что тут организация таких турниров... Что М1, что хоккей, что борьба, то это спортивных мероприятий. Если в одном месте хорошо пошло, то оно дальше пойдет. Кстати, мы в следующем году будем проводить чемпионат России по дзюдо среди юниоров. И это будет тоже наш такой хороший бренд, показатель именно хорошего развития, хорошего школы дзюдо, да, в республике. Поэтому, конечно, мы по профессиональному боксу на этом не должны останавливаться. И мы, надеюсь, на днях буквально... Увидим новый специализированный зал. Он небольшой, но все равно под именно под костяк профессиональных боксеров наших, под руководством Рахима Чахкиева. В Магасе мы этот зал увидим на днях. И все-таки надо создать другую атмосферу. Там мощный клуб, свою академию бокса. Для этого, да, нужны инвесторы, поэтому тоже просьба у тех наших земляков, которые там, к тем нашим землякам, у которых есть там возможности, средства, помогите ребятам, которые хотят этот профессиональный клуб создать, и поддержите, поведите эти клубы.
Я уже проводил пример того же Куштова Башира, который вкладывает там, ну, создал клуб Кушт имени своей фамилии. Пожалуйста, почему нет? И выступает там не Куштов уже, там, а все ребята там, многобрядцы со всей республики, ездят на чемпионаты, побеждают. И потихоньку в этом клубе вырастут чемпионы. Создали клуб АСДО, создали еще какие-то клубы. Пожалуйста, Тумгой вы создали свой клуб. Пожалуйста, создавайте клубы. И занимайтесь, натаскивайте ребят и помогайте. И уверен, что у нас, кстати, этот профессиональный бокс, по-моему, тоже будет ежегодный. 9 декабря каждого года, далее. Поэтому надо стараться больше наращивать и давать возможность нашим спортсменам тоже. Но я не столько про это думаю. Я, конечно, больше думаю про олимпийские виды спорта. Надеюсь, что у нас появится хороший такой всероссийский турнир по шахматам. У нас появится как минимум Кубок России по хоккею среди юниоров. Мы сейчас посмотрим на наши детские команды. И другие. Я на это тоже рассчитываю. Если уж упомянули дзюдо, на турнире в Питере Хламурзай снова порадовал болельщиков. Следите за его успехами. Хасан обрадовал, конечно, и меня, и главное, что и президента Федерации дзюдо России, и главного тренера. Почему? Потому что он уже вошел в мировом рейтинге, стоит первый. И этим надо гордиться. Это наш Хасан Хламурзаев, первый в мировом рейтинге. Да. Этим надо гордиться в своем весе. Поэтому это как раз вот тот, мы когда вот смотрим там теннис, большой теннис, да, тоже там вот в мировом рейтинге, и это все знают. А вот то, что наш Хасан Халмурзаев в мировом рейтинге, мы сами даже не знаем. А мы должны это знать, что наш Хасан Халмурзаев первый стоит в мировом рейтинге. Спасибо ребятам в Питере, которые так рьяно болели. Ну, я и этим ребятам говорю, и нашим ребятам здесь тоже говорю. Вы со стороны посмотрите, просто когда вы группа садитесь вот здесь, у всех же есть мобильные телефоны. Одного хотя бы напротив, через зал посадите. И пусть он со стороны посмотрит, как вы смотритесь. Нельзя вот так себя вести, ну, или так болеть, вызывающе болеть. Ну, нельзя так это. Вот то, что некрасиво, оно некрасиво. Нам кажется, что это красиво. Нам кажется, что вот там вот, кричишь, это некрасиво. Со стороны это не смотрится. Поэтому и в Питере ребята, я думаю, там услышат меня, и я там постпред об этом говорил. Это раз. Второе, когда вы идете все-таки на такие мероприятия, должен быть старший, младший, человек, понимающий в этом деле. И если там, ну, надо соблюдать этикет. И сейчас этого нет, а раньше, помните, там гимн заиграл, там не встаешь. Ну, так нельзя делать. Да? Ну, сейчас, понятно, этого не было. Но, тем не менее, надо понимать, что ты не один в зале находишься. Ты находишься в зале среди людей. И посмотри справа, слева, другие национальности, как болеют. И почему так болеешь ты? Почему так болезненно реагируешь там на вот это? Ну, как-то надо стараться. То же самое у нас, болельщики. Я уже не раз говорил об этом. Но мы говорим вот патриотизм, да, оно тоже к этому идет. Ну да, обидно, когда наш проигрывает. Да? Ну, наши предки, даже в войнах, смертельных, даже противник, который там вот справа, слева там убил, там, в бою там убил твоих там вот, он мужественно держался, если он оставался жив, если умирал, там с почестью его там хранили, если он оставался жив, его там лечили и относились к нему уважительно, почему он же достойный противник. Он мужчина. Так было всегда. Вот мы сейчас наблюдаем, когда там наш проиграл, тоже достойно, но проиграл. Противник выиграл. Тоже достойно. Когда начинает там мычать, мыкать, там укать, ну это вот для меня сразу вопрос. А у этих людей какие предки были? Там находится много людей из других регионов. Они же вот с этой атмосферы уезжают. Они хотят в следующем году приехать. Там один там бросил там кто-то там в сердцах там вот, скомкал там, бросил на этого, кто выиграл там какую-то бумагу на ринг. Ну как он? Дикарь, он не дикарь. Кто он есть? Человек, он не человек. Ты же у себя дома находишься. Даже когда твой враг, твой дом заходит, ты не должен ему мстить, даже кровнику. Вот так прописано. Что ж ты тогда? Люди говорят, мы гордая ингушская нация, мы гордые ингуши. А когда вот надо показать, что ты горд, ну достойным будет.
Это одно. И второе, здесь, конечно, вина Министерства спорта в том числе. Надо все-таки организовывать. Для этого надо приглашать там, проводить туда детско-юношеских там, или там, спортивных секций, ребят сажать. Поддерживать надо, ну, надо болеть за всех. Но если объявляют там спортсмена, понятно, нашего объявляют там, громче кричат, громче свистят, громче хлопают. Ну, объявляют, спортсмена объявляют, ну, похлопайте, что, руки у вас отвалятся, что ли? Что же вы вообще не обращали? Ну, выиграл он, ну, похлопайте чуть-чуть, руки отвалятся, вы же... И потом я уже говорил там нашему Алхазуру Дауду, ну, посадите тех же братьев Халмурзаева, там, других ребят, которые выступают за пределами. Пусть они расскажут, как им тоже неприятно, когда где-то в Тюмени или в Москве, или где-то их объявляют, а им не хлопают. Там, ну, или там они выигрывают там, местного парня, а им укают. Там, ну, неприятно же это. Пусть они сядут и скажут, ну, вы не только нас поддерживаете, когда мы дома, вы лучше наших соперников поддержите. Почему? Потому что мы когда туда едем, они... Вот оно же взаимосвязано все в спорте. Надо это видеть, надо это понимать. И здесь я просил бы тоже наших ребят молодых, там, все-таки всегда не забывайте эти вещи. Это и есть как раз то чувство патриотизма, любви к родине. На словах можно что угодно говорить, а вот это и есть как раз. Во-первых, от тебя не требуется там кровь проливать. Ну, просто надо, как наши предки всегда делали. Вот достойное, мужественное, независимо какого национальности, это достойное, мужественное. Поэтому здесь я просил бы все-таки ребят правильно меня понимать, и питерских, и других, и других. Ну и еще один вопрос – флаг. Дорогие друзья, флаг – это не тряпка. Флаг – это государственная символика. Его там привязывают где угодно, чтобы он там болтался. Его там это, если взял флаг, то не надо его комкать, держи его в руках. Достойно. Не хочешь его держать – не бери его с собой. Не опуская его, не роняя его. Взял ты его так, держи его вот так, чтобы он стоял в руках. А то получается, как смотришь там, закончилось все. Все, запихнулся, опять сидит. Как только опять достал. Зачем? Потом начинает от волнения, флаг неправильно там, атрибуты там. Не должно быть, уважение надо относиться. Ну, и ты должен понимать, что ты взял в руки флаг республики или флаг Российской Федерации. Ты должен гордиться этим. Почему? Потому что под флагом погибают, умирают, кровь проливают. Этого флага добивались там тысяч наших предков. А ты что делаешь? Просто помахать как тряпкой? Ну, да, другой там платок возьми, иди помаши. Ну, флаг оставь тогда в покое. Здесь тоже вот именно отсутствие вот той воспитательной работы, в том числе и в школах. Я вот по Питеру в том числе установки сейчас буду давать и министру образования, в том числе с первого класса. Это атрибутику именно и республики, и Российской Федерации показывать, рассказывать. Ну и, конечно, Министерство спорта, и тренеры, и спортсмены сами должны тоже об этом и выступать, и говорить. Ну что ж, спасибо, Нурбек Бумагирович, за ваши ответы. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за ваше внимание. Всего доброго. Увидимся в эфире. Спасибо. Адихал Мусин.